Устранить распространенный порок сердца у детей теперь можно всего за один день. Новосибирские кардиологи освоили новые методы лечения у заболевания маленьких пациентов. Операция проводится дистанционным методом и не требует длительной госпитализации. По словам кардиологов, такие пороки детям, как правило, устраняются в ходе открытых операций на сердце. Те инструменты, которые мы работаем с маленькими детьми, они очень короткие. Мы не работаем руками, мы работаем инструментами, но они очень короткие. Для нас это привычно, для нас это нормально. Здесь все это дистанционно, то есть мы достаточно далеко от больного, далеко от поля, где мы оперируем, и еще дальше от той дырочки, которая находится там. И весь контроль осуществляется, фактически мы не видим пациента, не видим сердца. Весь контроль осуществляется только на мониторах. Новосибирский федеральный научно-исследовательский институт – один из крупнейших в России. Операции по новым технологиям в институте планируется поставить на поток. По словам врачей, в подобного рода хирургическом вмешательстве нуждаются около 70% маленьких пациентов. Это один из самых распространенных пороков сердца. Однако медики также подчеркивают, не все дефекты можно устранить таким методом. В основном речь идет об отверстиях размером до 1 сантиметра. Но как раз такие чаще всего встречаются у детей.